Очередное неспокойное утро для сотрудников МЧС. В Иванове сгорел дом. Сообщение о возгорании на улице 2-й Слободской поступило на пульт дежурного в 4 часа 15 минут. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений пламя бушевало внутри строения и переметнулось на крышу. К половине пятого очаг пожара удалось потушить. К ликвидации были привлечены 10 единиц техники и 32 человека личного состава. Под завалами спасатели обнаружили тела двоих погибших мужчин. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.